Se dezgheață relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Anunțul a fost făcut de către premierul Vlad Filat și prin vicepreședintele Guvernului Federației Ruse, Igor Șuvalov, în cadrul unui briefing de presă. Важный визит. Я высказал и вам в ходе встречи. Считаем, что это новое начало в развитии наших отношений, которое будет отражаться в конкретных действиях и в развитии отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией. В том числе по вопросам двухсторонних наиболее важных проектов. Сегодня в Министерстве экономического развития мы эти вопросы обсуждали. Исходим из того, что у России и Молдовы есть огромный потенциал для того, чтобы поддерживать взаимное развитие наших экономик. Totodată, prin vicepreședintele rus a declarat că de la 1 iunie va fi deblocat exportul de vin moldovenesc în Federația Rusă. С 1 июля это будет единая таможенная территория. Мы исходим из того, что мы по этим вопросам продвигаемся. Не все вопросы решены, но уже 39 предприятий Молдовы получили разрешение на поставку своей продукции в Российскую Федерацию. Мы понимаем, что остаются некоторые неурегулированные административные барьеры. Мы по этим вопросам будем на двустороннем уровне эту повестку решать. De asemenea, Igor Șuvalov a promis că Federația Rusă va facilita semnarea cu Republica Moldova a unor acorduri în domeniul infrastructurii, transporturilor și energeticii. Oficialul rus a avut întâlniri și cu alți demnitari moldoveni.